Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить морковку по-корейски. Для этого мне понадобится вот приправа для морковки по-корейски, не острая, поскольку мне самой придется есть, я острое не очень люблю. Яблочный уксус, растительное масло, одна луковица, три морковки, я уже их взвесила, они в чистом виде составляют 600 граммов, и три средних зубчика чеснока. Ну и вот терки специальные. Сейчас приступим к работе. Посмотрим, какая из этих терок. Эту я еще ни разу не пробовала. Я взяла самую тонкую, самую красивую терку, чтобы морковка была красивая. Эти терки, они устроены так, что они трут и вперед, и назад. И можно вот так вот очень быстро натереть. Вот я буду натирать на этой терке. Морковка уже перетерта. Сейчас я ее посолю. Перемешаю как следует. И соленую морковку мы переложим в дуршлаг, чтобы она пустила сок. На полчаса. Сейчас я включу таймер. И потом мы продолжим. Пока у морковки отходит сок, мы сейчас обжарим вот нарезанную луковицу. Я ее уже порезала мелкими кубиками. И сейчас мы мерным стаканчиком зальем 60 мл растительного масла на сковороду. Если бы у нас был килограмм, то мы бы залили 100 миллилитров, а поскольку у нас 600 граммов, мы заливаем 60 миллилитров масла. Так, сейчас масло разогреется, и мы забросим лук. Он обжарится до золотистого цвета. Ну-ка. Нет, еще не готово масло. Масло сейчас разогреется. Сейчас. Я уже на чеснодавилке выдавила вот эти три зубчика чеснока, которые у нас были. Отмерила специи. В эти специи, состав этих специй входит молотые семена кориандра. Входит карри, чили, базилик сушеный, черный перец, немного сахара и молотый мускатный орех. Вот эта доза, которая нужна для 600 граммов моркови. Сейчас мы обжарим лук. У меня есть масло с запахом, но я вот в данном случае беру масло для жарки. Оно там у нас какое? Дезодорированное, без запаха. А вот лук придаст благородный, вкуснейший запах маслу. И лук мы потом вынем, и только одно масло пойдет в морковь. Так, обжариваем лук. 30 минут уже прошли, которые мы отводили на то, чтобы из моркови выделился морковный сок. Вот он. Но на морковном фоне плохо видно морковный цвет, но тем не менее, вот сок отделился. Теперь мы обратно возвращаем в нашу миску морковь.
Вот я взяла специальный друшлачок металлический. И будем сейчас сюда сливать масло. А лук нам не нужен. Вот, продавим его, чтобы все масло сошло. Так, этого масла будет достаточно. Берем наши ложечки. Перемешиваем. На 600 граммов нужно либо одна, либо полторы столовых ложки. Вот я беру яблочный уксус, ну возьму еще чуть-чуть, итого полторы столовых ложки. Так, теперь я забрасываю приправу. Я рассказала, из чего она состоит. И наш чеснок 3 зубчика, который мы выдавили из чеснодавилки. Теперь мы все перемешиваем. Наша морковка по-корейски готова. Сейчас я вот ее еще до конца домешаю. Но она должна постоять, можно ее уже и сейчас кушать. Но по правилам она должна постоять 2-2,5 часа в холодильнике до готовности. Вот. Морковь готова. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До скорых встреч. Вот наша морковь.